Я достаю ПБ-4МЛ, ОСА, и стреляю один раз в ногу. И какой бы он могучий богатырь не был, на одной ноге он драться не сможет. Он будет выйти кататься по земле, держась рукой за одну заднюю лапу. Вот. Все на самом деле, как сказать, вся эта фигня, ножевой бой, реально, он длится полторы секунды. Все вот эти вот размахивания лапами, они, это нереально, абсолютно. Вы кто-то один тело. Причем не столько от мастерства зависит, сколько от везения. Кто хоть раз отвечал на вопросы оперативного полномочного? Он профессиональный, имеет дело с врагом. А вы врете изредка по праздникам. Не, любую хрень несите, любую. В этом случае все равно. Понимаете, о чем я говорю? Когда меня спрашивают, какое боевое искусство вы считаете лучшим, я говорю всегда, мина – взрывное дело. Самое лучшее боевое искусство. После этого идет снайпинг, потом тактическая стрельба. Потом все остальное. Наша жизнь – это фильм. Это долгий фильм. У кого-то очень долгий, у кого-то короткий. В этом фильме кто является главным героем? Вы. Кто является режиссером? Вы. Оператором? Вы. Сценаристом? Вы. Поэтому вы должны писать сценарий. Моя школа героев предназначена для того, чтобы те, кто мне обучается, становились главными героями фильма под названием «Жизнь» и обретали силы, которые не свойственны обычным людям, обретали запредельные возможности. Именно поэтому я это называю «Школа героев».